Системы видеонаблюдения в санатории по последнему слову техники. 53 камеры установлены на территории по периметру в административных зданиях и спальных корпусах. За мониторами сотрудники охранного предприятия ведут круглосуточный контроль. Информация хранится в течение 3 суток. При необходимости правоохранительные органы могут воспользоваться этой информацией. Все время под присмотром. За отдыхом детей следят и на пляже, обеспечивая полную безопасность. До 1 июня дополнительно установят видеокамеры, которые охватят и зону купания. Мы обеспечиваем спасательный пост, медицинский пост. Будет система видеонаблюдений. Будет видеокамера, непосредственно уже все документы подготовлены, все уже в рассмотрении, то есть в течение нескольких дней мы будем уже открывать наш пляж. Немало требований у проверяющих служб к организации питания. Санитарные условия хранения продуктов, соблюдение технологий приготовления пищи. В меню детского санатория «Бимлюк» только вкусные и полезные блюда. Предпочтение отдают местным производителям, закупая для детского питания качественные кубанские продукты. Молочная продукция славянская. Фрукты, сад гигант славянский, крымское печенье, то есть как бы кондитерские вещи. То есть в принципе большинство той продукции, которая употребляется, все-таки наша. В детском санатории «Бимлюк» более 300 маленьких ценителей. Приехали на отдых и оздоровление со всей России. Гости из Бурятии, Калмыкии и Дагестана. Мне нравится, как здесь кормят. Там здесь вкусные там продукты, булочки, коржи, потом соки. Там фрукты, которые дают. Досуг организован в лучших традициях детского лагеря. Настольные и подвижные игры, спортивные, общеобразовательные, развлекательные программы. Воспитатели и вожатые работают по 2 сезонным программам – зимний и летний. В каждой предусмотрены занятия, направленные на лечение и профилактику. Разные водные эстафеты, постройки из песка, мода моря, тату, росписи, боди-арты. Так, чтобы детям было очень интересно находиться здесь, в Анапе, и они успели пофантазировать и поучаствовать в разных мероприятиях. Интересный, незабываемый, а главное, безопасный отдых – главное направление в работе детских санаториев. Комиссия проверяет здравницы на готовность к летнему сезону. Только выполнив все требования безопасности и организации детского отдыха и оздоровления, руководители детских санаториев получат разрешение и смогут принять детей в своих здравницах.